Всем привет, ребят. Ну что, решил я сегодня забрать Battle Pass, заодно посмотреть, какие же все-таки плюхи у нас будут, что интересного. Ну, я сразу же апнул его на максималку, чтобы не париться, не фармить. Что для этого надо? Для этого надо всего лишь 30 книг, и вы получаете полностью все плюхи сразу. Если я не ошибаюсь, у меня скин Феникса вообще там, я его прошлый пас, батл пас вообще провтыкал, даже не фармил, но именно там, где был Феникс, скины до конца, что-то было лень это все фармить. Но хоть здесь пододают, и то он у нас будет, к сожалению, не максимально. Так, что у нас есть интересного здесь? Так интереснее, веселее смотреть. Опять же, они добавили сюда Лазулю. Ну, нафига он? Вот реально, смотришь на это все и понимаешь, что реально, они просто не хотят никуда двигаться, ничего. Добавьте какие-то другие плюхи, поменяйте их. Я не знаю, сделайте какие-то награды, чтобы было интересно фармить донату без донату. Без донату, понятно. Здесь интересно фармить, потому что он получит в любом случае хоть какие-то плюхи. Так, что у нас тут есть? Книжки, эссенции. Ну вот эссенции для суперпэтова это однозначно плюс. Потому что даже первого левела суперпэт он уже круче некоторых обычных питомцев. Благодаря своим свойствам можно ему накрутить там, не знаю, если, конечно же, опять же, у бездоната будут свободные самики, это очень редко, будет возможность накрутить статы и, соответственно, получить просто ужасающих имбалансных питомцев. Я считаю, что это просто убийство было очередное игры. 6200 уклонения. Атака, посмотрите на точность. Одна, это еще не максималка. Только одна атака, ой, точнее точность, дает 30 тысяч. То есть, соответственно, она возвращает. В итоге я имею плюс 8 тысяч точности. То есть, соответственно, любой герой, который у нас будет с максимальными уклонами, вот вам плюс-минус одна здесь стата на сотку перебивает полностью все. А тут у нас что? Тут у нас жизнь. Ну, жизнь, честно говоря, такое себе. А уклонение плюс ХП, надо будет это переролить. Ну, тоже, статы просто бомбические, ребят. Если посмотреть, ну, это нереально. Плюс они сами по себе отдают недомогание, то есть не возможность уменьшения отхила. Довольно-таки неплохо. Также наносит дополнительно дамаг. 1% от максимальной жизни на архидемоне. Он сейчас один из топовых питомцев, потому что он наносит по 500к. Тоже круто. В общем, вот так вот. То есть суперпэты это однозначно классно все и круто, если, конечно, у вас есть ресурсы на их прокачку. Книжки. Ну, книжки, в принципе, неплохо. Значки почета. Ну, такое, я не знаю. Если у кого-то сейчас без донатов проблемы со значками почета, потому что начали давать кучу книг, кучу всего, и возможность зафармить, получить, это уже не есть проблема, поэтому хотелось бы более каких-то интересных плюх. Так, что у нас еще? Рунки. Ну, это да. Ну, опять же, кулаки сейчас не проблема фармить. Если будешь фармить все локации, без проблем соберешь то, что тебе надо. Ну, однозначно, это бонус плюс, но это не тот бонус, который хотелось бы за столько миссий, за столько выполнений. Камешки. Ну, по сути, эти камешки по 300, если я не ошибаюсь, 6000. Тоже неплохо. Для многих прокачка таланта печальная. Но, опять же, вы не прокачаете нормально толком талант судьбе, если вы не зафармите всех героев на максималку. И сделайте им какие-то максимальные улучшения. Коробки, пропуска. Ну, здесь дальше опять рунки. Дальше поинтереснее, повеселей. Коробки однозначно, да, плюс.
Сменки тоже для бездоната плюс. Восьмая на 34-м. Там какой? 40-й левел, по-моему, ребята говорили. Максимальный можно обмануть. И вот 36-й. Да, 36-й, 10 рунок. Дальше идут желтые. Еще одна восьмерка. Ну вот до 40-го, до сегодня 40-й, 41-й, 43-й, я не знаю. Напишите, ну, по-моему, 40-й максималку фармили. То есть максимально вот эти вот уже последние награды, они просто нереальны. Я не знаю. Вот, может, там что-то поменяли у нас. Я просто на максимум нажал. Но напишите, кто фармит ловый батл пас. Мне интересно, вот докуда вы доходите. Сколько вы вот здесь получаете? Кстати, я так и не забрал, по-моему, награду за прошлый сезон. Видите, прошлый сезон вообще. Первый сезон мы в рангах 1300 были, нифига себе. Потом 15-15. Интересно это все. Так. То есть, как видите, для бездоната вроде и есть, но, блин, реально, могли бы уже хоть что-то поменять. Ну, неинтересно уже фармить. Ой, солнце на улице вышло. Неинтересно просто уже фармить одно и то же. Да, это плюшки, да, это халява. Но, блин, если сравнивать, смотрите на нижнюю строку. Сразу же в два раза больше, в три раза. Больше к них лазуля, скин. Все, ну тут одинаково. Вот, кстати, по картам таланта. Самики. Ну, понятно, если вы берете доната, то вы сразу получаете и то, по сути. 60, 90, в три раза здесь дают крока. Возможность мутанта словить. 2500. 120, 20, 15 здесь видите раньше. Ну, в 2-3 раза лучше плюхи идут. В 2,5 раза тут у нас еще. Ну, плюс те, это, конечно, если взять Battle Pass в целом, то это, конечно, плюс. Ну, хотя, что такое на сегодня реально стоимость этого Battle Pass, если брать в общем, это вообще ни о чем. По сравнению с другими итемами, это однозначно халява. Поэтому ее надо забирать, потому что за такой донат вы таких плюх в игре не получите, это однозначно. Так, что у нас тут? Видите, дальше пошел разнобой уже. Влепили сюда кристаллы, 25, опять скин. Ну, типа, вот знаете, вот типа дали возможность всем собрать на 43-м. Я не знаю, 43-й фармится или нет. Но, как по мне, я никогда его не фармил целыми днями, потому что я понимаю, что это такое, это бредовая затея идея. Так, окей, делаем collect all. Смотрим. Смотрим, что мы имеем за весь Battle Pass. Такс. Лазуля, 775 осколков. Это мало, это не хватает, надо там 1000... 1020, по-моему, если я не ошибаюсь, на максималку. То есть здесь не все осколки, не хватит их. Возможно, их еще добавят, поэтому это все возможно, ребят. Значки почета, 10 карт смены, 100 эссенций, 720 самиков, 1600 перков, 14500 кулаков, 10 крока, 30 таких, 50 таких, 100, 20 коробок, в принципе, неплохо. Так, 60, 60, 30, то есть 3 героя можете довести до восьмерки, до девятки 2. 2 сменки, 6 эмблем, 10, 1, 1 героя можно на десятку зафармить. Ну, остальное все такое... Камешки, нету красных камней, ну вот синие, зеленые, красные, что-то не добавили. Добавьте, блин, еще красных, чтобы уже все было. Ну, не знаю, такие вот, ребятушки, плюхи. Пишите комменты, что вы думаете по поводу плюх. Реально хотелось бы, чтобы они что-то изменили, но, к сожалению, они ничего не изменили. Все, ставьте лайки, всем удачи.
Всем пока. Я пока открываю скин. Давайте докачаем его, сколько у нас там получится. Видите, очень много скинов еще не докачанных. А, вот он у меня. Он у меня был 10 левела. Не, на максималку хватило все-таки. Это у меня, по-моему, бугимена не хватало, если я не ошибаюсь. Да, наверное, скорее всего, бугича, да. Вот здесь я не забрал его. Поэтому мне не хватило. Лазуля все-таки хватило. 866. А было... Ну, почти 200. 200 с каждого персонажа. Довольно-таки неплохо. Вот так вот, ребятушки, такой вот Battle Pass. Всем пока.